Уважаемые друзья, всем добрый день. Сегодня 17 мая 2023 года, и мы находимся в Волгоградской области. Культура, о которой мы сегодня будем говорить, это арбуз. Растение находится в стадии развития от 3 до 5 настоящих листьев. Высадка рассады в открытый грунт, переувлажнение, резкие перепады дневных и ночных температур. Все эти условия способствуют развитию стресса у арбуза. В частности, может пострадать и корневая система. Как результат, в процессе вегетации мы можем увидеть увядшие растения. И виной тому зачастую корневые гнили. Потери будущего урожая могут достигать до 50%. Разные патогены могут атаковать корневую систему арбуза. Грибы рода питиум, ризоктонии и фузариум. Чтобы уберечь растения, мы рекомендуем фунгицид Юниформ. Справа от вас находится опытный участок, где будет внесен препарат Юниформ. С левой стороны контроль, без внесения. Уважаемые друзья, предлагаю вместе смотреть за развитием культуры. Увидимся позже.